Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод по многочисленным просьбам. Будем мочить аниматроников, если пьете и кушаете. Приятного аппетита, Димончик, поздоровайся. Всем привет. Мы подготовили для вас очень классные тачки. Эта тачка самодельная. Кстати, когда ребята хожу, огонь загорается, не обращайте внимания, она привязана к моему аккаунту. К моей клавиатуре. Короче, вот эту тачку Димон сделал сам. Рассказывай, как ты ее сделал. Ну как сделал? Поставил тачку, перекрасил ее в черный цвет. А потом сделал лезвие, сварил их. Вот получилась такая тачка. Запомнили, ребята, вот. Эту тачку я не делал, я ее просто скачал. Будем проверять, скачанная лучше или Димона. А эту машину мы скажем дальше, что мы будем с ней делать. Потому что мало кто знает, что так можно делать. Во. Небольшая интрижка, ребята. Да-да-да. Чтобы мы было... немножечко апгрейдим. Потом а может уже Димон кто-то так и делал. Ну, мы узнаем в комментариях, вы потом напишите. Да. Димон, ну что, давай начнем экспериментировать. Давай. Давай так. Ты будешь первый или я буду первый давить? Ставим аниматроников, да? Давай. Так, хорошо. Сначала будем NPC, ребята, ставить. А что у меня с базукой? Ничего страшного, Димон. А пусть будут, Димон, да? Поэтому есть прикол какой-то. Все аниматроники с базукой. Ой-ой-ой-ой, они сейчас будут тебя хвалить. Тихо-тихо, это злые, у них глаза злые, я понял тут. Да а что это? Что такое? Блин, я свернул игру, тихо. Давай, Димон, ты злых ставишь. Давай, а какие будем? Добрых ставить, да? Да, добрых, не надо злых, они же, видишь, между собой дерутся. У меня чеки с базуками. Димон, ты опять злых поставил. Это ты злых поставил, я добрых поставил. Френдли чику я ставил. Так а чё твои били чики? Бонька бил моих. Ну ладно, пусть будет так. Ну что, Димон, давай запускай, ребята, не судите строго. Мы еще, хотел сказать, неопытные. Димон, я понял, у нас просто надо, чтобы один ставил, ты или я. Даже если мы ставим френдли, они твои и мои, они будут все равно драться. Ого, Димон, ты что тут, глобализацию решил такую жесткую сделать? Ты чё? Это уже город, а не... село аниматроников. Садимся, Димас, я сажусь за свою тачку. Ой, я машину удалил, сейчас мы ее поставим назад. Дубликация. Вот эта тачка. Скример какой-то. Ой. Нормально, ребята. Вот это у меня впереди шляпы такие здоровые. Все, Димас, погнали. Давай. Наши. Поближе камеру сделаем, чтобы было все видно. Кстати, надо вылезти с машины и убрать с рук дубликатор. О, отлично. Димон, ты оставь меня, они уже убегают от тебя. Не бойтесь, мужики, мы добрые. Ну что, погнало. Ты что такое, не едет машина? Ого, они разлетаются. У меня аж тачка застревает. Немножко не то, что мы ожидали, ну то ладно, нормально. Нормально? Это жесть. О, они там дерутся все равно. Да и фиг с ними. Пусть дерутся. У нас тут тоже мощная штука. Ты что его бьешь? Это я тебе толкнул. Типа за тобой побежал. На, аниматроники, получайте. Так, давай еще давим. Эх, куда ты, Чика, убежала? Эх. Да, я что-то немножко по-другому ожидал, но в этом тоже есть кол. Смешно очень, смотрите. Эх, мои аниматроники. Чего мое колесо их не убивает? Такое ощущение, что оно не имеет физического... воздействия, текстуры, да? Что ли, не знаю. Сквозь них проходит, смотри. И не убивает. Что за колесо? Они жесткие. Я их, получается, убиваю тем, что я их давлю, а не колесом. А, мой мотороник застрял в моей тачке. Димон, я тебе помогу. Помогай. Блин, машины, она отклисила. Ух, я вырвался, Димон. Я сейчас разгону попробую, сейчас разгонимся. Так. Разгоняемся. А, получай. Опять аниматроник застрял. А, нет. Эх, машина аж кстати липает. Димон, смотри. Пу-ру-бу. Супер, супер. Да, мужики, отпустите меня. На. Ух ты. На. Сейчас, Димон, большой разгон я возьму. Сейчас я разгонюсь. И... Смотрим. Поворот. Смотрите. Блин, у тебя лучшая машина с этими спилами. Мои эти колеса, они не убивают их. Чё так, я не знаю. А у меня лезвие тоже, они немножко затупились. Затупились, да? Да.
Ты что, дерешь столько, чик убьешь, да я ее ударю. Железяк переработать надо им. А ну, Димон, давай зомби поставим. Может, зомби будут убиваться? А мы этих еще. Так, что-то багайся. Ну ладно, давай добьем их уже. Осталось чуть-чуть, ребята. Я знаю, как, Димас, зачистить эту территорию нормально. Давай, удиви. Пошла в ход другая тачка. О, ребята, то, что мы говорили. Димон покажет, как он делал. Как же в детстве ты это делал? Взрослый мужик. Вот это шум. Это, короче, машина с манхаками, да? Да. Ого, не сверлят, тут жесть. Что это за вечеринка такая, вот эти искры столько. А что они не улетают, Димон? Как ты это делаешь? Они крепятся друг к другу. А оно же так не рассчитано вроде бы, или нормально так считать? Пойдет. Пойдет, да? Я буду идти и смотреть, как ты их убиваешь. Ого! Ребята, ставьте лайк, и такое в канале мы с Димоном Покемоном еще ни разу не делали. Ну и не забывайте подписываться на канал Димона Покемона, ссылочка в описании. Давайте поможем вам до Нового года 40 тысяч подписчиков набрать. Пожалуйста. Пожалуйста. Давай, давай, пили всех. Ух ты! Димон, а мне это нравится. Это даже лучше, чем я думал. Ожидались все мои оправдания. Ребята, классно же. А чё ты не едешь? Давай тебя физганом затронуть. Фокси присел под машину. Димон, давай проверим, если я физганом немножко тебя тряхану. Они отлетят или нет? Не-не-не, не отлетят, давай. Что? Они назад прикрепились? А не, вот, Димон, запчасти от них, они поразлетались. А смотри, сколько... Ого! Димон, смотри, они своей жизнью живут, летают, мочат. Они убивают аниматроника. А можно, может, сделать большую такую тучу, прям лишь летающую, скрепленную? Да, можно. Димон, они назад прикрепляются к тебе все, не? Что ты наделал? Блин, так давно не... Ого! Смотри, манхаки поздыхали. Они убивают аниматроников. Что ты сделал? Ого, не запили. Ты знаешь, как... Димон, это пчелы, только механические, окружают и просто мочат всех. А ну, смотри, NPC-шку давайте это поставим. Пчелки реально какие-то. А, манхаки, смотрите, тут Чика, мочите ее. Чика, беги! Чика, беги! А тут фоткает, что ли? Смотри, фотографирует, что ли? Ай-яй-яй-яй! Ай! Балди сожрали! А Балди улыбается, даже после смерти его такое не берет. Дима, смотри, какая они агрят. Это они прям тянутся, да, к Чике? Да, да. Че, Димон, я отрываю их или нет? Подожди, это какое-то мясо. Димон, я оторвал, все уже. Это какая-то змея летающая, жалящая. Змея из манхаков. Все пойдут, смотри. О, она классная, кстати, не отрывается ничего. О, не, Димон, она слабая как-то убивает. А ты, Димон, сам туда встань. А, не-не-не. Ого, моментально, Димон. Вот это он их терзает. Они его тоже, Димон, дамажат. Смотри, смотри. А, больно за жопу, да? Что, убили? Еще один пришел, кентуха. Это самый... На! На! Смотри, как они от Лимона отлетают. Смотри, 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 как по очереди, как мух фигачит. На тебе, на. Смотри, зомбак убегает от него, убегает, Димас. Не-не-не, он сейчас разгонится. Бум! Меня не трогает, потому что у нас игнор стоит. Ох ты какой! Вот это у меня, Димон, у меня 32 хп осталось. Знаешь, как это я сделал? Смотри, Димас, смотри. Это как это? Ах ты! Это зомбака за тобой, Димас, хожу. А-а-а, я думал, это он на меня агрится. Да ну, блин. Не, именно, видимо, он меня бьет, не? Да-да-да, он тебя бьет. А ну, если не брать зомбака, ну убери зомбака. Будет он меня бить или нет? Мужик, я тут. Не, он зомбаком, Димас, он идет за зомбаком. Ты сзади меня, да, его просто ставил? Да-да-да. Голова на бордюре. Коленка так лежит. Аккуратно, новая голова. Во! Дайте денежки. О, нормально. Здравствуйте, сир. Такой наш поклон, как царю. Здрасте. Мы так давно не ржали.
Норм, пойдет. Танцевать будете? Хо! Ха! Я могу в свертухе вот так втащить кому-то. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все пока!